О, вот невидимки пошли. Тень, да? Кто это такой идет? Смотри. О, жесть, ребят, что происходит здесь? Что это такое за обезьяна-танк? Ребята, что здесь творится? Вы посмотрите. Верден какой-то. Кто? Что произошло? Почему я чуть бегаю? Чью такое? Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы снова играем с подписчиками в Roblox, но это режим Tower Defense Simulator. Я давно хотел это сделать, вы давно меня об этом просили. В своем телеграм-канале я дал ссылочку на свой VIP-сервер, и зашли сюда все мои подписчики. Вот они здесь. У нас очень крутой движ, и, к сожалению, я могу взять только 3 человека с собой, и я попросил, чтобы это были топ-уровни, потому что я хочу пройти ивент. Кстати, где этот ивентик здесь? А, вот это, может, прямо сюда нужно нажимать? Я не знаю. Play, game, вот это. Я даже не знаю, как куда нужно зайти, чтобы пройти этот ивент. Я знаю, что он есть. Сейчас мы разберемся с этим. Вот. И, ребятки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы вот попадать в такие видосики. Ссылка на него всегда есть в описании. Я еще в комментариях тоже закреплю. Короче, ребят, мы попробовали несколько раз пройти ивент. Я создал команду, пати. Отобрал вроде бы таких нормальных чуваков. Но у нас ничего не получалось. Там очень сложно. Поэтому мы решили пойдем вот сюда. Ковбойчика. Здесь какие-то есть бета-тест. И вот вообще прикольные боссы. Я хочу победить ковбоя. Поехали. Нажимаем. Квадрат. Да. Все, ребят, начинаем. Смотрите, здесь Дикий Запад, поезд и это... Во-во-во, что мне ставить? Скипать. Что, две волны? Скип две волны. Подождите, а что, кого мне ставить? У меня вот. У меня никого не могу... Фермы. Да, у меня есть фермы. Я буду ставить фермы. Где-нибудь в уголке. Так. И сразу качаю. Наверное, так. Я с фермами никогда не играл, но мне сказали... О, ты конфеты разбрасываешь? Эй, дай ко мне конфеточек. Скипаем две волны, сказали, скипаем. Хорошо. Кто-то танцует, кто-то конфеты. Голд скауты крутые. Наверное. У меня нет. О, ничего себе. Да, у чуваков здесь крутые бойцы. Голд скауты. 353, давай снова фермы. Ну, я так понимаю, фермы нужно вначале очень много ставить, чтобы зарабатывать денежки. Ну, а в конце... О, слышите, ковбой? Вот, у кого-то есть ковбои. Так, 200. Вот, смотрите. Может быть, если мы пройдем здесь, то и мне дадут таких бойцов. Я их просто не видел даже. О, смотри, как он перезаряжается. Класс. А, так, эту волну мы не скипаем. Волна 2. Хотя нужно было скипать. Ну, неважно. Ладно. Улучшаем эту ферму. Все, деньги идут. Все нормально. Ничего себе, здесь зомбо-ковбои. Badlands RR. Поезд такой. А здесь что, главный? Нет. Ну, это разные. Это 3 одинаковых портала. А босс, наверное, выйдет вот отсюда. Смотри, портал прям через поезд из какого-то подземелья. И оттуда зомбари идут. Так, Cool Games, а ты записываешь? Ну, конечно. Я ферму не взял. Ну, ладно. А я взял. И сейчас поставлю еще одну. Так, смотрите, ребятки, я прокачиваю на 3 уровень своей фермы. Я пока занимаюсь просто бабосиками. Я выращиваю бабосики вот из морковочки, теперь какое-то зерно. Так, а мои отбиваются. Мои отбиваются, хорошо. Отстрель. Вау, голд скауты, что они творят? Я скипать не буду, не знаю, на всякий случай. Настоящая ферма Cool Games. Да, вот моя ферма настоящая. Будем муку молоть потом из этого зерна. Кстати, а вот Gold Scout, это просто скин золотой же, правильно? А так это как обычный скаут или нет? Вот я вот этого не знаю, ребят, напишите в комментариях. Так, у меня есть еще деньги, я снова качаю фермы. А потом начну ставить мини-ганнеров. Наверное, так поступлю я. Еще толпы зомбарей. Есть быстрые, есть аномальные и тяжелые. О, ничего себе ферма в виде игровых автоматов. Вау, вообще, как она круто выглядит. Вот это скинчики, вот это я понимаю. Кстати, мы качнуть можем? Нет, еще. Хорошо. Аномальный босс пошел, смотри, здесь тоже идет. А здесь? И здесь должны идти, и здесь идет. Ну, справляемся. Так, диджей, говорят. У меня диджей вроде бы есть. У меня есть диджей. А, диджей уже поставили, ладно, все. Так.
что такое здесь? А, пока что ничего особенного. Пока ничего особенного не происходит. Просто боссики ходят. Все под контролем. Так, у меня есть 2500. Я качну еще одну ферму свою. И у нас уже тем временем 12-я волна. О, вот невидимки пошли. Тень, тень, да? Ковбой видит? Ковбой прокачанный видит. А эти не... Нет, эти тоже видят. А скауты? Скауты видят? Нет, скауты не видят. Невидимых. Да, нет, видит, видит. Золотые скауты все видит, походу. Какого они уровня? 2-го уровня и уже видит? Ничего себе, ковбой какого? 3-го, да. Хорошо. Справились и с этим. У меня 4500 уже. Начнем вот так. И я уже, наверное, поставлю миниганера. Ну, давайте я поставлю миниганера своего. А, вот сюда куда-нибудь одного. Пока что. Поехал. Давай, уничтожай. Уничтожай. У меня тоже классный скин у миниганера. Да. О, да, возле диджея прям стоит. Правда, смотрит немного не туда, но не важно. Это не важно. Где деньги? Где? Вот это боссики. Это боссики. Так. Вот здесь я, наверное, своих миниганеров поставлю. Диджей не нужен. Медик есть. Но я медиком никогда не пользовался. Я не знаю даже, как, куда его ставить, того медика. Так, у нас 2900. То есть я сейчас прокачаю нормально миниганера своего. Все. Он видит невидимых. Это очень круто. Мне кажется, мы все делаем правильно. Итак, 16-я волна. Воу-воу-воу! Кто вы такие? Что это, брейкеры? О, кто говорит? А, это командиру дали команду. Так. А брейкеры? Сколько у них здоровья? 50. А в чем проблема их? А, они там двойные. Разбиваешь, потом еще внутри сидит. Командир. Так, командир сдал. Все. Ребят, у нас очень все хорошо идет. 17-я волна. Я могу качнуть сейчас свою ферму. Ничего себе. Все, на максималке ферма. Короче, я, наверное, качну фермы на максималке, а потом начну ставить миниганеров. Да, наверное, так и сделаю. Ладно, поставлю сюда медика. Не знаю, правильно я поступил или нет, но мне хочется проверить медика. Все, пусть стоит медик. Все. Держимся. Медик стреляет. Так. А медик что-то еще может делать или нет? Я не знаю. О, что за замес пошел? Надеюсь, мы устоим. Давай, чуваки. Это кто так валит? Ускоритель. А нет, вот нам хана, походу. Нам хана. Нет, не хана еще. Держимся. Так, ничего страшного. Да, ничего страшного. А это что такое? Так, подождите, что по деньгам у меня? Давай, вот так сделаем. Ну мы пока держимся. Немного хп снесло. Да, а медик восстановит или нет? Если стоит медик. Или медика нужно ставить к нашей базе, чтобы... Я не вот не знаю. О, кто это идет? Смотри, это мини-босс какой-то. Некромант. Некроманты. Ходят здесь некроманты. Со своими скелетонами. Но недолго. Недолго, потому что супер-команда. Хорош. Там музон такой валит. Итак, ребят, у меня 5900. Я уже качну эти фермы на максимум. Так же быть. И буду заниматься миниганерами. Так. Смотри, какие. Это ускоритель? Это ускоритель. Смотри, какие скины классные. А это кто такие? Хак какой-то. Нам не нужны эти хаки. Все. Итак, ребят, у меня 6600 есть. Я, наверное, наверное, я поставлю еще одного вот сюда пулеметчика. Качну его на максимум, что могу. Все, хорошо. А, да, медик хилит базу. Все, ребят, у нас Да, медика на максимум сейчас качну еще, наверное. Все, отлично. Медик хилит... О, нет, нам хана. Нам хана, походу, ребят. Нам хана. Командир, кричи. Нет? Устояли? Так, нету денег качнуть никого. Мы устояли, я думал, нам хана. Почти хаски прошел, да. Фух. Так, миниганер. Качнем тебя. Сколько денег у меня есть? Давай, на максималку. Нет, еще не максималка даже. Может, медика на максималку еще качнуть? Ну, база хилится, это хорошо. Ну, держимся. Кто здесь? Кто это такой идет? Смотри, гигантский босс.
Минус гигантский босс. Вот еще один гигантский босс. У него 2000 здоровья. Кровь. Смотри, воткнули в спину нож ему. Это какие-то предатели. И идет кровь, и он сам идет. Нормально. Но мы его завалим. Мы его завалим. Мой миниганер, ускоритель, все делает. Делает как надо. И тут еще босс. Он не дойдет. Потому что это босс молокосос пока еще для нас. Давай, давай, давай. Все, этот минус. И, ну и этот, конечно же, тоже минус сейчас будет. 5000 есть. Я качаю на третий левел миниганеров своих. Хорош, хорош. Мне нравится. 23-я волна. Эй, кто вы такие? Это Хакс, Хаски. Они очень быстрые. И у них 200 здоровья при этом. Воу, подожди, кто это вышел? Опять некромант. Я испугался. Думал, что тут новое. Так, 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 так. Что по деньгам? 6000. Давай я качну медика на всякий случай. Ничего себе, а что она может? Она что-то может хилить. Что? Исцеляет, короче, если что. Это если оглушит, наверное. Я не знаю. Я с медиком никогда не работал. Так, 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 так. Ну, я нажму на всякий случай. Не знаю для чего. Просто... А, просто хильнул. Ну, ладно. Гигантский босс здесь идет. Хорошо, все хорошо. 2600 денег. Я поставлю еще миниганеров. Наверное, вот сюда. Одного. Качнем, качнем, качнем. И потом еще с этой стороны одного поставлю. Это теневой босс идет. С рогами какой-то. Давай, ребятки, ребятки, поднажмем, поднажмем, завалим этих боссов. Давай, 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 давай. Все, просто истребили. Чел даже вон флексит там наверху. Хорошо. Миниганер, давай тебе. На максималку. Пожалуйста, уничтожай, уничтожай. Где турели ставить? Я не знаю, чуваки. Просто ставьте. Просто все кишит этими зомбарями. Жесть, 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 жесть. Так, деньги есть? А если найду? Вот здесь, сейчас найду. Найду. Давай, 7200. 7200 нужно. Мы держимся. Я сейчас качну миниганера. Давай, еще чуть-чуть. И... Да, на максималку. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Смотри, толпа скелетонов. Так, смотри, как классно выглядит у меня скинчик, да? Вообще крутой. У чуваков тоже классные скины. Класс, класс, класс. Что здесь у нас происходит? Толпы, толпы, толпы зомбарей, ребята. И мы их просто уничтожаем, эти толпы. Вот это, понимаю, игровых автоматов настроили. Может, лучше давайте поиграем? Да, пусть и зомбари там гуляют. А мы будем валиться во что-нибудь здесь. О, вот да, мне написали, что за прохождение дают ковбой. Это круто. Значит, нам нужно пройти. Пока у нас все получается. Качаем вот этого чувака своего. Ну что, еще миниганеров ставлю. Вот сюда еще поставлю. Качаем, 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 качаем. Качаем. О, жесть, 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 ребят, что происходит здесь? Настоящая жесть. Но мы держимся. Так, боссики идут, боссики идут. Сколько волн? Не знаю, может 30? Ну что, ребят, 29-я волна. И кто здесь у нас выходит? Кто, 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 кто? Гигантские боссы, глюки. Так, я вот этого качну на максимум. И поставлю нового еще миниганера. Нам нужно больше дефа. Давай вот сюда миниганер. Поехали, качаем, качаем, качаем. Итак, ребят, 30-я волна. Опа, что за звуки? Это кто такие? Опасность, опасность. Что это значит? Они взрываются и это, отравляют. Так, 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 так. Что-то мы напряглись уже, мне кажется. Пулемет сюда. Качаем, качаем, качаем. Воу-воу-воу-воу-воу. Реально опасность, реально опасность. Оу, что это такое за обезьяна-танк? Ничего себе, реально какая-то обезьяна-зомби. Жесть, ребята. Я не знаю, что делать, но надо что-то делать. Качаем, качаем все. Качаем медику даже, пусть хилит. Я не знаю, на всякий случай. Просто все нажал. 31-я волна, 31-я волна. И здесь, как обычно, настоящий ад творится. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. У меня много денег, очень много денег. И я ставлю, значит, миниганеров. Скоро будет максималка вообще по миниганерам. У меня, наверное, их больше не дадут. Значит, сюда еще поставим. Нет, вот сюда бы куда. Давай, пусть стоит здесь. Так, что еще у меня? И денег еще куча. Есть диджей, но, наверное, смысла второго диджея нету ставить. Так, сюда не поставится. Сюда, сюда, давай сюда поставим. Так, все.
Фух, я не знаю, сколько здесь волн. Опа, 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 и танки. И еще новые какие-то, фиолетовые уже. Танки не пройдут, хилим на всякий случай, просто все подряд. Не знаю, не знаю, я просто все. Так, 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 так. Качаем, улучшим. Ставим еще миниганеров вот сюда. И качаем, 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 качаем. Давай, давай. Хорошо, держимся, ребят, мы держимся. Здесь боссики идут, но это уже не такие прям страшные боссики, как мне кажется, но не знаю. Прокачиваем лучше все равно. Фух, ребят, не знаю, сколько волн. Итак, ребят, 33-я волна. Что здесь будет? Так, пока это не главный босс. О, нормально, нормально, чуваки новенькие выходят и сразу же пропадают. Да, потому что целая армия здесь встречает их. Ое! Так, я качну вот этого. Качну. И поставлю еще одного куда-нибудь. Даже не знаю, куда их уже ставить здесь. Место... О, место есть. Вот сюда давай поставим и улучшим. Хорош, хорош. Так, 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 так. Прям толпы. Прям очередь, очередь на уничтожение к нам. Идет. Смотрите. Здесь одна очередь, здесь вторая. И здесь. Давайте по билетикам заходите. Всех примем, всех. Да. И база отхилилась, все хорошо. Так, ребят, ставлю еще одного миниганера. Я не знаю, сколько тут лимит. И пока еще ставятся. И прокачиваю. Просто скоро будет, наверное, хана. Ребята, что здесь творится? Вы посмотрите. Армия зомбарей против нашей армии. Настоящее мясо. Настоящая жесть. Мы уничтожим их всех. Надеюсь на это. Ничего себе, турель по центру дороги стоит. Давай качнем своего миниганера еще. И еще одного поставим. И качнем тоже. О, ужас. Я на всякий случай хильну вот так вот. Просто на всякий случай. Потому что я ничего уже тут не вижу и не понимаю. Фух. Итак, ребят, сейчас будет 35-я волна. И... Что? Кто это вообще? Верден какой-то. Кто? Потоком. Что он делает? Что он делает? Подожди, еще один. Он глушит. Мои оглушенные стоят. О, oh, no. И я даже чуть бегаю. Что произошло? А почему? Ну-ка, давай подхилим. Может, вот это снимет оглушение? Что произошло? Что произошло? Почему я чуть бегаю? Чё такое? Что такое? Нам хана? Нам хана? Так, не диджей, не диджей. Вот это скаут. Ой, скаут, пулеметчик. Что происходит? Нам жопа. Нет? Я не знаю, ребят. Чё происходит? Чё происходит? Почему я не мог бегать? Это они так оглушают? Давай, хил, хил, хил. Нет, 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 продержим. Нет, 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 ребята. Мы не смогли. Мы не смогли. Я не знаю, сколько здесь всего волн. Мы на 35-й слились. О, там застанило всех, пишут. Нет, нет. А что это было? Что это было? Кстати, я смотрю, вебка моя отключилась, камера села. Просто жесть. Ладно, ребятки, что ж поделаешь. А мне написали, что через 5 волн уже должен был быть главный босс. Поэтому я хочу сюда обязательно вернуться и все-таки его победить. Чтобы забрать нового бойца. Вот, буду прокачиваться в этом режиме. Если вам понравилось, поставьте лайк. Кстати, вебки не будет, потому что села камера. Вот, и отключилась. Ну ничего страшного, как в старые добрые времена без вебки, да? Еще голос остался другой. Нет, голос, ребят, другой не будет. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо, что поставили лайк. На этом на сегодня все. Увидимся в следующих видосиках. Всем удачи, до новых встреч и всем пока.